Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулы тыдзень зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку 111. Што называецца па гарачых слядах, на працягу сутак раскрыта 64, 8 з ліку здзейсненых раней. Затрымана 18 падазроных асоб. Также продолжаются мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Так, сотрудниками милиции возбуждено 5 уголовных дел превентивной направленности. В отношении 23 лиц, злоупотребляющих алкоголем, судом принято решение о принудительном лечении их от алкоголизма. Супрацовниками Брестской мытни выявлено 101 административное правопорушение на мяжи. Согласно предоставленным товаросопроводительным документам, из Германии на территорию Евразийского экономического союза ввозилась партия пива. В ходе проведения операции таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что в грузовом отсеке находится свыше 39 тысяч банок пива. Часть данного груза превышала заявленное количество, часть товара не была указана в товаросопроводительных документах. По предварительной оценке, стоимость незадекларированного пива составила свыше 32 тысяч белорусских рублей. Брестской таможней в отношении субъекта хозяйствования начат административный процесс. Три пожары зарегистрировали супрацовники МНС. Один человек потерпел, пошкоджены две побудовы. Пожары отбылись в Вацевицким, Малорыцким и Барановицким районах. В деревне Полонка Барановицкого района пожар произошел в двухэтажном двухквартирном жилом доме по улице Слонимской. Подразделениями МЧС из квартиры на первом этаже спасена женщина 1951 года рождения, инвалид первой группы, которая с предварительным диагнозом термические ожоги первой и второй степени госпитализирована в Барановичскую городскую больницу. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Так само было зарегистровано несколько дорожно-транспортных здарэнняў. У Барановичском районе автомобиль марки Audi, який рухався у напрамку Барановича-Новогрудак-Юя, вылетел с проезжей частки и урезался у барьерную огороджу моста. Водитель с тяжкими травмами доставлен в Барановичскую больницу. В областном центре сегодня на улице Ленина с пути провода перекулился погрузчик Амкадор. Пошкодженный транспортный сродок и огорожа моста.